Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Мэрис, и прошлое видео уже день, поэтому мы... Чё за фигня, ребята? Атака клонов! Ладно, давайте не будем отвлекаться. Сегодня у нас новый... Мы прошли вот это все. Все прошли! И сегодня будем проходить вот это. Правда, тут всего вот столько вот. Ну пофиг, все равно здесь есть уровни. Давайте проходить. Начинаем, конечно же, с телека. Чак, самый ловкий, он все замечает. Охренеть, он смог найти всех этих птиц. Давайте продолжать. Давайте включим звук. Я понимаю, то, что я с первой попытки уже никого не смогу убить. Могу попытаться. Святой Реда смог пробить. И сколько? Одна звезда. А дальше. А также, ребята, у меня появился опять. Давайте, когда я пройду прям все уровни в Angry Birds, я буду, ну, делать видос, стараюсь пройти все уровни на 3 звезды. Да, я уже понимаю, то, что я ничего неправильно сделал. Я все не... О. Вообще нормальный лидер. Надо вот запустить сюда. Троня. Попал. О, 2 бриллианта. Сколько мне их? 43 бриллианта. Запускаем. Так, запускаем. И остается одна пиги. Соски! Ребята, я считерил, поэтому запускаем. Ребята, вы все видели. Я очень ужасно скосил. Запускаем. И сразу минус. Я уже устал записывать видосы каждый день. Наконец-то я прошел. Офигеть, ребята, мне... Я прошел. Дальше, ребята. У нас вот такой вот... В детстве я очень любил играть в Angry Birds, но... Я не знаю. Я играю в Angry Birds уже 7 лет. Точнее, 8 лет. Но летсплей я не записывал по Angry Birds. То, что у меня было Angry Birds Friends, я играл в это... Но оно занимало много памяти, поэтому я решил заняться вот этим вот каналом всерьез. И вот поэтому у меня видосы выходят каждый день. Да, я понимаю, объяснение не очень хорошее. Но вот так, я вот так вот объясняю все. Этот уровень очень легкий. Также, ребята, хочу сказать, что 26 июня на этом канале видосы не будет, потому что я уезжаю. На один день, поэтому 2 дня, наверное, видосов не будет на этом канале. Реклама. Продолжение. Так. Кстати, тут 4 основные птицы. Вот это сейчас это будет очень хорошо. Давай, лети, Чаки. Спускай, спускай. И давай, попадай. Есть. Бомбам всегда можно все решить, ребята. Запомните.
назад в будущее. А сейчас... Да, сложновато. Не совсем. Хотя, да, очень легкий вроде. Прошли. Блин, да я аж устал. Я прошел всего лишь уровней там 5 уровней прошел. Сколько я прошел? Давайте посмотрим, сколько я прошел. Быстро посмотрим. Я прошел 7 уровней. Смотрите, что я дошел. Там яйцо. В конце пройдем это самое яйцо, наверное. А нет, давайте сейчас я пройду этот уровень, а потом будем играть в это яйцо. Только мне надо его еще сначала заслужить как-то. Давай, запускай. Не получилось. Ладно, давайте сначала пройдем уровень. О боже, нету цели. Ёпомский. Взорвался. И тут сейчас человека запускаем к яйцу. Есть. И рядом мы сейчас не пройдем уровень. Да. Все, мы получили это самое яйцо. Давайте теперь, конечно же, купим нашу штуку. И начнем заново проходить. Не получилось. Сейчас, давай, сейчас. Все, мы прошли. Уху. Дабл килл. 3 звезды. Так, мы прошли 7 уровней. А сейчас будем проходить то, что мы тут заслужили. Где это? Вот оно, это яйцо. Вау, у тебя тут... Этот уровень моей мечты. Я просто его обожал в детстве. В детстве я этот уровень проходил сразу 10-го, потому что я не мог нормально Чака запустить, потом Матильда еще непонятно куда яйцо свое пускала. Но мы прошли... Смотрите, сколько тут очков. Ну ладно. Это было такое прикольное видео. Мне очень понравилось. С вами был я, Мэрис. И посмотрите, я сделала аватар. Ладно, запомните новость. 26-го у меня не будет. И 27-го, наверное, или 25-го. Так что запомните. А с вами был я, Мэрис. Вы были на канале Мэрис Гейм. Пока! Как Макс плюс 100-500. Ага.